Здравствуйте, друзья. Письмецо получил сегодня, спрашивает человек. А он еще не просто спрашивает, а он еще статистику такую присылает. По разным странам, значит, какие ютуберы имеют больше подписчиков или там больше, значит, просмотров там и так далее. И он смотрит на тех, кто имеет больше подписчиков. Он сортирует по подписчикам, по ведущим странам. И вот он в ужасе, потому что он говорит, что среди самых топовых блогеров люди, которые, ну просто вот, он говорит, может быть, для нас, вот там людей среднего возраста, это какой-то полная деградация, какой-то бред сивой кобылы, ну просто ужас, какие-то дебилы делают какие-то дебильные вещи, и вот у них, они там либо на первом, либо на втором, либо на третьем, четвертом месте, и это просто что-то, это вот во всех странах такое, куда же мы, мол, катимся. Что тут сказать? Значит, ну много мыслей всяких приходит в голову. Дело в том, что вообще, чем более специализированный, чем более образовательно высокий, как бы интеллектуально высокий уровень какого-то изложения, тем меньше людей это будут хорошо воспринимать. Это совершенно очевидно. Скажем, PhD по физике, например, их не так много, чтобы они еще смотрели там какого-то другого человека, понимаете? А вот когда, например, там тортом в рожу и, значит, на ринге, этот ему тортом, а тот ему там селедкой, это все, это может смотреть каждый, понимаете? Но так как бы такая, чем проще, чем примитивней, ну, можно сказать, что это более убогое, ну, пожалуйста, назовите более убогим, деградирующим, там еще каким-то. Чем проще вот это зрелище, чем оно примитивнее, тем больше будет аудитория. Это естественно. Это естественно. Поэтому, например, средства массовой информации работают в основном на очень простую, незатейливую публику. Потому что иначе их вообще смотреть никто не будет. Они не могут работать на интеллектуалов, на каких-то сильно культурных там, понимаешь? Для культурных можно сделать программу, там музыкальная шкатулка. Вот, или там, я не знаю чего. И эта музыкальная шкатулка не соберет столько же, допустим, зрителей, сколько соберет что-нибудь такое Мурка, там, «Ты мой муреночек», да? И там будут, значит, исполнять там блатняк какой-нибудь. Я вас уверяю, что на блатняк соберется там больше народу. Саша Северный, там, братья Жемчужные, туда-сюда. Вот это действительно такое простое, народное там и так далее. Я вспоминаю, как я был ужасно доволен собой, потому что я сделал видео по поиску работы, там у меня было кое-что. У меня там было 2,5 миллиона просмотров вот, в какой-то момент. Дальше у меня с YouTube возникли там некоторые трения, и мне пришлось его заново перевесить, но это уже отдельная история. Так вот, там такие комментарии были, боже, вы себе представить даже не можете, что люди писали. И я так думаю, эх, как мы, и думаю, а кто там еще популярный вот в этой категории? Пошел смотреть, кто еще на эту тему говорит, там про интервью, вот там тематика была. Значит, и там смотрю, какой-то мужик, у него там просто что-то зашкаливающее такое. Ну, я сначала этот комментарий читаю, и там пишут: чувак, ты спас мою жизнь, там, dude, you saved my life, там, вот такие буквально. Значит, я думаю, что же он такое сказал, что он аж жизнь их спас, понимаешь? Вот мне никто не говорит, что я его жизнь спас вообще, откуда ты его из пропасти вытащил. Слушай, что он говорит? Он говорит, что на интервью надо приходить вовремя, не опаздывать. Что когда ты пришел на интервью, надо зайти в туалет и помыть руки, чтобы чистые были. Вот, а перед тем, как, значит, если ты куришь, то перед тем, как, значит, на интервью идешь, не кури. Ну что там еще, возьми с собой там пару копий своего резюме на случай, если вдруг там кто-то подошел, а у него нету. Ну вот на этом уровне, вот там зубы почисть, душ прими, вот это. Он, понимаете, saved my life, люди пишут. Понимаете, а у меня уже более тонкая аудитория. Мне вот говорят иногда, знаешь, вот человек говорит, надо же, 15 минут говорил, так ничего и не сказал. Потому что соображать надо, что говорят, понимаете? То есть рассчитано на кого-то, кто в состоянии соображать.
пусть не безумно там, ну что-то, но все-таки надо вникнуть в то, что сказано, понимаете? А есть люди, которые говорят, 15 минут говорил, а ему хочется, чтобы за 30 секунд ему сказали, значит, возьми ручку с золотым пером и положи ее, значит, там в левый нагрудный карман. Вот, и при входе здания, при входе в здание компании, три раза скажи, чур меня, чур меня, чур меня, и будет тебе работа, понимаете? Но поскольку я так не, на этом уровне не работаю, то, конечно, аудитория уже резко сужается. Вот. А если бы в конце этого видео, или в начале, лучше в начале, тортом в рожу, вот тогда, конечно, было бы уже намного больше, значит, ну, это отдельно. Я могу вам другую вещь сказать. Значит, вот это видео, которое 2,5 миллиона набрало, из-за чего у меня конфликт с YouTube был, тоже вот показательно в контексте вот этого всего. Значит, там... сначала была какая-то картинка. Потом мне показалось, что надо бы картинку как-то оживить, сделать более привлекательной. И поскольку там это, по-моему, это было Tell Me About Yourself, и я нашел такую картинку, где, знаете, такое официальное помещение, типа офис такой, стол, с той стороны офиса лицом к зрителю, значит, сидят три человека в галстуках, в костюмах, такие очень официальные, а спиной к зрителю на другой стороне стола сидит обнаженная женщина. Ну, там деталей обнаженности не видно, но видно, что она обнаженная. Вот, и вот tell me about yourself, то есть, вот как бы, да, обнажись перед нами душою. И мне показалось, что картинка эта, как так она с юморком отражает суть, так сказать, вопроса tell me about yourself. И я ее повесил, эту картинку. Я хочу сказать, что количество просмотров увеличилось астрономически. Вот после того, как я повесил эту картинку. То ли там пожаловался кто-то, то ли чего, я даже не знаю. Но они мне обнулили мой счетчик и говорят, мы, говорит, не хотим, чтобы ты его убирал, но во всяком случае, вот, короче, считаем, что ты нечестно там настучал вот этот трафик, просмотры там. Я даже не знаю, что там было. Но к чему я рассказываю? Просто обнаженная спина. И трафик растет просто астрономически. Понимаете? Так что народ, да, а мне, знаете, еще комментарии говорят, а где же женщина, говорит, голая? Я говорю, так она все еще на интервью, не пришла еще. Ну, понимаете, народ вот кликал, чтобы посмотреть на голую женщину, хотя искали ответ на вопрос на интервью. Так что, но если мы на самом деле глубже немножко копнем, посмотрите на Чарли Чаплина, на Макса Линдера, если кто знает такого. Значит, был замечательный фильм, невероятный, назывался «В гостях у Макса Линдера». Я думаю, что если вы на YouTube поищите, то, наверное, он там весь висит. Я думаю, что поскольку очень старая вещь, то вы увидите. Значит, он там должен быть. Потрясающий комик вот такой из немого кино. Так вот, Чарли Чаплин, Макс Линдер. А что там? Тортом в рожу. Салфеткой, значит, нахлестали. Там шел, наступил куда-то. Наступил, перевернул, подскользнулся, упал. Значит, сверху на него упала толстая баба. Что там было такого-то? Другого-то там что? Это юмор, понятный всем. Он не носит классового характера. Понимаете, он близок к людям там по обе стороны, значит, баррикад там. На Донбассе или где-нибудь там в Сирии. Понимаете, всем смешно. Поэтому вот так, я не знаю. Вот этот мальчик там с Украины, он там номер один, по-моему, на Украине, у него 5 миллионов подписчиков. Вот так, пацаненок, вот он там дурачится. Вот. Совершенно не обязательно, что люди, которые делают дебилизмы такие низкопробные, что это люди сами низкопробные дебилы. Они могут быть очень тонкими, расчетливыми, интеллектуальными. Это просто люди, которые знают, что делают. Вот и все. Вот и все. И это, в общем, довольно прибыльное занятие, если у тебя 5 миллионов подписчиков, и ты вешаешь видео, у тебя там через день там 500 тысяч просмотров. Это даже по современному обменному курсу, друзья. Я вот как блогер все время вижу, что происходит с тем, что нам выплачивают за наши там видео, за клики.
Вот прямо мы видим, как курс доллара в рублях, значит, это соотношение. Вот так, допустим, то было у тебя $400 в месяц, а то 300. Понимаете, потому что рубли пересчитывают в доллары. Так вот, это по любому курсу, когда у тебя столько народу, это очень приличные деньги, можно уже в институте не учиться там, или вообще можно жить с этого дела. Даже на гривны, понимаете, не так плохо все. Вот. Это нормально, это естественно, и ничего в этом плохого нету. И вот мы когда в школе учились, так нам как бы прививали, ну не то что вкус, но во всяком случае пытались, да, на высоких, так сказать, на высокой литературе нас вот, что мы только там не изучали. Но я хочу сказать, что даже вот в московской, обычной городской московской школе, большинство детей, которые там учились, вот мои одноклассники, я так вспоминаю, они не сильно вчитывались, что там было. И вообще, надо сказать, что прочитать то, что требуется по школьной программе, это было настолько занудно. Если, например, не успел раньше прочитать, так тебе и не понравится никогда. Вот я любил очень Маяковского, потому что я с его творчеством познакомился до того, как в школе стали изучать. Так что Шолохова я долго терпеть не мог из-за того, что в школе мы его изучали. Но вот они пытались там на чем-то. А потом еще знаете что? Вот «Война и мир», да? Они «Войну и мир» давали детям 15-летним. Ну что же ты там можешь понять-то? Ё-моё, ты и в 30-то, понимаете, надо работать душой там и мозгами и так далее. Это они 15-летним. И вот они эту самую литературу, там, музыку классическую там и так далее. Ну молодцы. И как только контроль над типографским вот этим вот станком ослаб, тут же мы получили детективы, тут же мы получили... Уже никто не хочет читать там Грибоедова с Достоевским. Ё-моё, когда есть Акунин. Притом, что Акунин, я считаю, классно, просто классно пишет, и язык потрясающий, просто шикарный чувак. Там есть, конечно, уж совсем, ну, не хочется фамилии называть, то есть... Этой литературы вообще назвать нельзя никак. Ну, то есть, даже не знаю, слов нет. Но, ну, то есть, мы видели литературу, а это я не знаю что. Но люди это читают, а когда не хватало бумаги, и еще при коммунистах, они, значит, купоны давали за макулатуру сданную. А что было на купоны? Толстой, думаете? Нет. Королева Марго. Знаете, там... Что там? Я никогда не сдавал макулатуру и никогда не брал этих купонов, и я честно, ну я просто видел, что люди берут, там они приходили, эти детям перестали макулатуру давать, раньше вот в нашем возрасте мы ходили по домам, собирали макулатуру, тащили в школу, и все радостно на нас вываливали там пачки газет там за последние полгода и так далее, а когда уже вот наши дети пошли макулатуру собирать, уже никто ничего не давал, они все еще и с работы тащили в эти пункты приемные, там купончики. Вот, так что, друзья, еще «Королева Марго» далеко не самый плохой вариант. Вот. И дальше оказалось, что когда ты внешние вот эти оковы, кандалы вот эти вот партийные снимаешь, выясняется, что 70 лет советской власти не привели к тому, что все любят именно Пушкина. Понимаете? Я уже не говорю там про Мандельштама. Многие даже не слышали. Вот, или там Пастернака, понимаете? Так вот они вот это вот читают. Так что появилась свобода, понимаете? Раньше не было такой свободы. Вот я когда читаю комментарии, которые ребята пишут на канале, ну, я привык, но вообще уровень безграмотности, сказать, что он зашкаливает, это сделать комплимент. То есть на 10 человек, которые что-то пишут, один пишет нормально. Нормально. Понимаете, я сам небольшой литератор. Я такой советский хорошист. У меня никогда не было пятерки по русскому языку. У меня всегда было 4. Но послушайте, но я не пишу запятую после пробела перед началом следующего слова. Понимаете? Сейчас же это просто вот там 8 из 10 так пишут. Я думал, это только индусы. Не, наши тоже. Вот, поэтому... Как только оковы сняли, как только свобода появилась, а свобода пришла с интернетом, когда каждый может взять и написать. Раньше там сидели люди и решали, разрешить ему или не разрешить.
А если они ему разрешали, то они там редакторы, корректоры, они там так расфигачивали, там вообще узнать нельзя было текст. Я в СССР немножко публиковался, но у меня была книжка, учебное пособие для техникумов связи по междугородным телефонным станциям, мы писали с товарищем. Так там редактор работал в основном на то, чтобы сжать материал, бумагу экономили. Ну так, немножко вмешивался. Но когда я в журнале «Наука и жизнь» печатал, такой сериал был небольшой, назывался «Машинопись для всех». Там был дядь такой потрясный, звали его Михаил Петрович тоже, как меня. И тот Михаил Петрович, я когда увидел вот, значит, текст, который он там красной ручкой или чем он там это на нем делал, у меня в глазах потемнело. Там его красного было больше, чем моего собственного текста. То есть сидели мастера, большие мастера, и вот это вот все правили, чехвостили, там приводили в порядок. Поэтому, что тут сказать, свобода. И я бы сказал так, слава Богу, у нас есть вот эта свобода, и слава Богу, у нас нет вот этих вот всех, которые решают, чего нам разрешить, чего нам не разрешить, грамотным, безграмотным, за что посадить, за что отпустить, за что, значит, там, паспорт заграничный не выдавать, а за что и вовсе отправить на цугундер. Многих отправили, а многих отправили в эмиграцию вынужденную, вот как того же, я не знаю, там, Иосифа Бродского, или там еще люди были. Поэтому Солженицын. Поэтому хрен с ним, пусть будет свобода. Я за свободу. Пусть будет потихонечку такой процесс улучшения, совершенствования. Но надо зафиксировать какую-то точку внизу. У нас же не было точки внизу. Нам искусственно создавали точку повыше, чем она есть. Намного выше. И получается, что вот вся страна такая, весь народ такой. Нет, это вот редактора профессиональные. А все остальное, а сейчас мы видим все остальное. И слава Богу, что мы его видим. И слава Богу, что появляются люди, которые говорят, я так жить не буду. Вот. А есть люди, которые говорят, а мне и так хорошо. И дай им Бог здоровья. И пусть никто не лезет в их жизнь, пусть они имеют возможность самовыражения. И пусть люди, которые с ними на одной, так сказать, страничке, пусть они имеют возможность тусоваться, общаться и так далее. Отдельная история, это, конечно, власть придержащие, которые сознательно оболванивают, одуряют, обыдливают людей, которые могли бы лучше, выше, класснее там и так далее. Это отдельная совершенно история, но меня совершенно не огорчает и не пугает вот то, что происходит вот сейчас повсеместно. Это было всегда, оно просто так как бы не было на поверхности, как сейчас. Ну, слава Богу, что оно на нее вылезло. Очень хорошо. Я за. Счастливо.